through, I'm through the fire. I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red light. I could run through the fire. I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red light. Саваш стоит. Спасибо Максиму огромное, он старался, несколько дней делал, у нас вот такая красотища получилась. Но у нас возник спор с Максимом, и мы хотим, чтобы вы нам помогли в этом споре. Я считаю, что в интерьере у нас, мы уже запланировали, раскрываю карты, до этого я хотела эту стену и вот эту стену в шоколадный цвет покрасить, теперь мы уже остановились на сером цвете. Будет декоративная штукатурка серого цвета. Белый стеллаж. И я предлагаю в декоре тона лиловые, как это сказать? Использовать. Ну вот даже, лилового, даже вот такие вот тона, вот такой цвет, ну такой пастельный, такой нежный цвет так, лиловый. Так, давай с темой не съезжай. Нет, это я сказала, розовый. Ну вот такие вот примерно я тона использовать. Разные цвета, тона. Вот. А Максим предлагает оранжевые тона в интерьере. Ну, то есть, если я это предлагаю, то либо это может быть, скорее всего, это будут ну, шторы лиловые, если я найду, конечно, там, допустим, подушки мы на диван такого цвета ну, поставим. Вот. Максим предлагает оранжевые тона добавить в интерьер. Как вот мы просим у вас совета и посмотрим, вот просто кто за большинство за какой цвет. Давайте так но решим. Но лиловый с серым не сочетается, он даже по кругу не подходит. Так давай не переманивай людей на свою сторону. А я ладно, считаю, окей. Что... Тебе единственное повезет то, что серый прощает все цвета. Вот. А то я... есть он сам по себе цвет такой. Да. А но я с считаю... лиловым он вообще Максим, не сочетается. А я считаю, что оранжевый сильно эмоциональный цвет, так как мы с Максимом действительно тоже эмоциональные люди, это будет перебор ну, для нашего интерьера. Вот. Поэтому давайте, ребят, активизируйтесь и решите наш спор, пожалуйста. Будем на вас надеяться. Сегодня у меня руки дошли до духовки. Мы ни разу здесь не пользовались духовкой. Ну, я как-то ее открыла, испугалась и закрыла. Она была в таком ужасном состоянии, но и сейчас не в лучшем. Смотри, я пыталась отмыть Максим. Нету, и там нет. Нет, я заглядывала, противня нет. Представляете, все есть, я его мыла. Привет, Саня. Максим пришел с работы. Вот, я ее мыла, в общем, не знаю я как, чего. В общем, подскажите, может, вы знаете, чем можно отмыть духовку. Потому что я уже чем только ее не отмывать не пробовала. И антижиром. Бензином. И антижиром, и даже а этот. Потом закрыть и подмыть. Даже знаете, чем средством для унитаза пробовала мыть. Ну, в общем, не знаю, я уже чем мыть, и жесткой щеткой терла. Вот этот кусочек я отмыла вот жесткой щеткой. Вот этот. Похоже, это тоже нужно будет драть так же. Но здесь было проще это сделать. А вот здесь вот самый такой нагар. Ой, не знаю, как это все отмывать. Вот, ну, прежде чем пользоваться, нужно, конечно, все это отмыть. Потому что это все страшно. Вот. Ну вот тоже не знаю. Здесь еще не мыло. Так только заливала. Тоже уже потеки жира и все. Нужно потом, когда все отмою, где-то противень что ли доставать. Или как-то приспособиться. Потому что ну, хочется что-нибудь испечь.
что-нибудь приготовить такое в духовочке. В духовке нету. В общем, кто догадался, что мы делаем? Мы счищаем с летней кухни вот эту вот побелку. Максим потом будет это все дело штукатурить, потому что весь вид портит вот эта вот стена. Там вроде бы она вся ровненько побелена. Ну, нет таких огрызков. Да, а вот здесь вот она облупилась прям вообще даже кусками до самана. Видите, вот саман и кусками прям до самана вылазит, ну, слазит, вот видите, живое все, вот, шатается. Вот, сейчас все это почистится, и потом Максим заштукатурит, потом зашпаклюет, да? Не, заштукатурит. Заштукатурит, да. И тоже побелим? Угу. И побелим, будет аккуратненько и хорошо. Потому что так дворик чистенько, аккуратненько смотрится. Ну, конечно, если не считать этот бассейн сейчас. Но он сейчас временно в таком состоянии. И листья прям сыпятся с винограда сильно-сильно. Видимо, их вот эта вот гусеница тоже достала. Да, вот у нас сыпется эта листва. Я каждый день ее выметаю. Сегодня не уметала, видите, сколько. Вот. И это все сделается, тоже будет аккуратненько, красивенько смотреться. Это первая покраска. Несколько слоев краски.
Интересно, а до этого что тут было? Не знаю. Не видно? Не, вообще, ну, проблем. Загрунтую, стена нормальная. Загрунтую и декоративку нанесу. Ляжет как родная. Ну да, стены вроде ничёшные такие. Угу. Поэтому покраситься нормально будет. Ничёшные в каком смысле, мам? Хорошие. А не будет выпуклое это все дело? В смысле? Ну ты ж будешь... А, просто загрунтуешь и покрасишь сверху? Штукатурить? Ну вот это задело. И вот это желтое пятно? Да. Выпуклость не будет? Чего? Выпуклость. Даже нет? Если будет, ну что? Да. Ты что, ровные стены? Ну да, в принципе. Глупость сказала, прости. Примеряем двери. Надо уже... Ой, а ручка ж не с той стороны. А ты просто... Не влезет, да, снимать все-таки надо выдирать. Думали коробку не выдирать. Ну, не влезет. Наличники. Ну да, там же обналички. Или как? Это еще 4 сантиметра. О, вы дверь делаете? Нет, мы не делаем дверь. А сверху тут докладывать придется? Вот так сделаем и все. А сверху вентиляционное окошко. Будем вот так вот, раз, отодвинули, вышли. Приставили, зашли. А у меня все хватит? Да папа шутит. Все, пошли. Закрыли дверь. Мама, смотри. Да. В общем, надо выдирать вот эти вот эту вот коробку. Думали, не надо. А если ее выдирать, то это штукатурить. Да, Максим? Ну, оно и так штукатурить, потому что все равно она же по высоте не проходит. Угу. Вот а чем? Кусочек гипсокартона? Да, и кусочек гипсокартона чем-нибудь. Угу. Наращивать и затягивать в ровную систему. Угу. Вот эти снять надо. Вот тут лазил, надо было тебе сказать сразу. Чтобы ты типа снимал. Да. Их выкручивать надо. И вот эти, вот еще, видишь, вот две штучки. Их выкручивать, у меня шуруповерт на работе. А, там бошинский же. Да. У Кирилла можно не выкручивать. Да? Мне очень хорошо будет, если вы не будете выкручивать. Почему это? Потому что я буду, мне будет страшно. Когда дверь будет стоять? Да, я вот поэтому дверь я не хочу. Здравствуйте, зато Кирилл очень хочет дверь. Давай покажу, что хотел показать. Давай покажи. Мам, смотри, зачем какой-то веер, если есть кусок картона? Зачем веер? Да. Ну да. Просто берешь и вот. И машешь. О. Хорошо, да? Да, очень хорошо. Так, теперь все время. Я буду вот так сидеть. Давай. А я тебя буду. А ты будешь мне махать. Ну, махать. Только не так. Надо вот так махать. Я покажу. Давай покажу. Дай покажу. Вот так? Нет, дай покажу. Как? Вот так. А реально. Давай. Ой, вообще хорошо. А ты будешь всякие. А я богиня буду сидеть. Будешь. Да, фильмы смотреть. Так, потише дуй. На вторую скорость, пожалуйста. Appalachian sunrise meets my